Во время тренировки организм разгоняет кровь по сосудам, ты потеешь и становится жарко. Именно поэтому после интенсивных занятий спортом телу приходится делать что-то с лишним теплом. Но эта система не всегда срабатывает правильно, и температура тела иногда снижается быстрее, чем нужно. Тогда и возникает ощущение того, что тебе холодно. Такая реакция характерна для активной тренировки, интервальных упражнений или, например, горячей йоги, и чаще проявляется у высоких людей, у которых площадь поверхности кожи больше. И самое главное, это нормально. Если почувствовала, что тебе холодно после спорта, поздравляем, ты отлично позанималась. На этот случай неплохо иметь при себе лишнюю кофту, чтобы быстрее согреться. А вот чувствовать холод посреди тренировки не очень хорошо. По мнению специалистов, это признак того, что у тебя обезвоживание или резко упал сахар. Перед занятиями спортом рекомендуется выпить воды и что-нибудь съесть, например, банан или горсть орехов. Тогда дегидратация и падение уровня сахара тебе не грозят, и неприятные ощущения не возникнут. В принципе, эта рекомендация справедлива для любых спортивных занятий и не зависит от того, были ли у тебя проблемы с терморегуляцией раньше. Если тебе становится холодно, а вместе с этим начинает болеть голова или желудок, проблема может быть более серьезной. При повторении такой ситуации лучше обратиться к врачу. А вот мышечная боль не является поводом для тревоги, просто дай себе лишний день отдыха от занятий спортом. Фото Getty Images.